Всем доброе утро. Но утро начинается с блинчиков. Тут жарится курочка. Возможно, я сделаю блинный торт, но это посмотрим. Так, сюда я беру 5 яичек. Добавляю щепотку соли. Добавляем 2 столовых ложки сахара. Раз, два. Добавляем 3 столовых ложки масла. Раз, два, три. И муки у нас идет 200-300 грамм, 250, да? Думаю, такого стакана хватит. Не хватит, то нальем еще на шипит. Так, жарим и насадим. Колок. Готовим начинку, значит, курочку, вот, филешку. Режем маленькими кусочками. Добавим чесночок, майонезик. Если есть зелень, зелень. Можно еще сыра добавить, грибов. У меня сырок есть, а грибов, по-моему, нету. Тоже мало, я только сверху украшу сыром. Вот. Вот такая начинка у меня получилась. Курочка, здесь чесночок. Курочка была замаринована уже. У нас там на донышке чуть было мало. И добавила майонез. И начинаем собирать тортик.
ложим второй блинчик. Так положить. И опять смазываем. И так собираем тортик. Такой тортик у нас получился. Там в разрезе вот так выглядит. Посмотрите, выпадет.